Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Очень я по всем вам соскучилась, но, к сожалению, то болею, то много работы. У меня приехали заказы и фрошей, я просто не могла это не отснять. Их очень много, много вкусняшек. Есть пересорт, но пересорт в этот раз был в мою пользу. Мне кое-что лишнее положили, а до этого были и недоложения. Мурзе пришел, он уже готовый. Сейчас я ему освобожу как раз-таки все эти коробочки. Давайте по первому заказу на 1401 рубль. Сюда входил гель для душа ваниль, одна штучка. Так, где у нас ваниль? Это все манго. Вот она. Я сама ваниль у Ифраше не особо люблю, но у меня попросили ее заказать, поэтому я приобрела. Дальше по акции 1 плюс 1 за 4,49 рублей. Два геля для душа манго приехали. Жопка. Тын-тын-тын. Так, и за 279 рублей, как и ванилька, была магнолия. Я решила взять вот эти 4 геля для душа. Дальше я всегда беру по 9 каталогу, делала заказ, всегда беру что-то по спеццене. А в этот раз это был вот этот шампунчик. Он и так по 10, по-моему, наклейке идет за 175 рублей, но по спеццене он еще и 165 рублей. А в подарок за него мне пришла вот такая штучка. Это филлер вежиталь, буду пробовать. А какая-то сыворотка 7 мл. А, это дневной крем от морщин для восстановления упругости. И молочко для тела увлажняющее, очень его люблю, но с карите мне нравится больше. Дальше. Первым подарком за 400 я выбрала хагар мужской, очень классный аромат, чуть сладковатый такой, древесно-амбровый, и, ну, мини-версию тоже я взяла, и по факту вот эти два аромата, они уже, по сути, идут, ну, дороже, чем 1400, которые я потратила на заказ. И я не поняла за что, но мне вложили вот такую миниатюрку и вот такую миниатюрку, по-моему, в этот заказ. В один из четырех просто так, в общем, вот эти две миниатюры добавили, не знаю за что да как, да, Мурзич? Поздоровайся со всеми. Все, коробочку я Мурзе одну освободила. Убираем, подтягиваем вторую. Здесь у меня манго, опять-таки, 1 плюс 1 акция. Я взяла, походу, 4 штучки геля для душа. У Ифраше сейчас самые, наверное, лучшие по качеству за свои деньги выходят. Но по факту чуть ли не бесплатно, с учетом того, что вы, например, можете сделать заказ, продать вот эти ароматы и окупить полностью заказ, вот это все вам будет бесплатно. Дальше я взяла вот такую штучку для мужа, потому что поняла, что у него просто все закончились. Закончились лосьоны, тоники, это для проблемной кожи, надеюсь, ему понравится, мы еще не пробовали, я пробовала только умывашку из вот этой линейки и еще что-то, скраб, по-моему, гамаш очень люблю, а вот эту лосьон как-то не довелось попробовать. Дальше, Mon Rouge Bloom in Love, очень классный аромат, он такой зелено-цитрусовый, обожаю и взяла в запасик, у меня его мама любит, я его люблю, поэтому пусть будет. К слову, заказ был на 1442 рубля, но почти то же самое в итоге вышло, и видите, подарок-сюрприз, здесь вот дневной филлер, молочко и все. И везде так прописано, поэтому я так и не поняла, к чему были миниатюрки. Опять те же самые подарочки сюда складываю. И первый подарок, Mon Rouge, это был второй подарок за 3400, я взяла Evidence 100 мл. Он раньше приходил в лимитированной версии, но сейчас они делают вот таким. И обратите внимание, слюда есть не везде. Вот эта новая партия, они все, которые сделаны с октября, они идут уже без слюды, якобы заботятся о природе и все такое. Посмотрите, он уже сидит такой довольный, ему коробочку освободили, он очень этого ждал. На, еще вторую тебе коробочку. Дальше заказ, который я сделала по бланку подруги, я вам уже отсняла, как делать заказ Ифраше, как заказывать звонок, как заказывать по бланку подруги, я все ссылки на эти видео оставлю в описании. У меня тут, видите, так, будет один странненький заказ, я его последним покажу. Заказ на 1348 рублей. В принципе, все заказы от 1300 до 1500 рублей у меня вот так вот летают. Если вы делаете заказ по бланку подруги, вы можете первый подарок выбрать себе. Там нужно отметить либо натюрель, либо выбрать что-то до 1500, если я не ошибаюсь. Я, естественно, взяла натюрель. Очень классный аромат, красиво выглядит. Такой зеленый, свежий. Стойкость, ну, 4-6 часов максимум. Это все-таки туалетная вода, но она все равно прекрасна и всеми любима. Посмотрите, сколько всего у меня выходит. По факту у меня здесь всего лишь на 5000 куплено, но я уже вижу ароматов на 5000.
тысяч. И я взяла второй аромат, это Monovidence. Сейчас не так много выгодных бланков у Ифраше осталось, поэтому мало где можно его приобрести в подарок. И поэтому я взяла его по бланку подруги. Цветочный, сладкий, весенний аромат. И в линейке Evidence он для меня самый, наверное, приятный все-таки. А потом идет Evidence Lieu в таком матовом флаконе, вытянутом 75 мл. И он супер свежий, чуть зеленцой, цветочный такой аромат, а этот прям пудрово-сладкий, я бы сказала, цветочный. В общем, прикольный тоже. Дальше по акции 1 плюс 1 за 690 рублей я взяла Хагар, вот к этим ароматам еще вот эти гелики. Я буду, скорее всего, дарить братьям и папе. Я знаю, что ему такие ароматы нравятся, мама у меня такие ароматы любит, чуть-чуть сладковатые мужские. И вообще, ну это, в принципе, самый стандартный прикольный аромат у Ифраше на данный момент, по моему вкусу. Да, Мурзя? А по твоему вкусу как? Он прям уложился, такой коробочка. И последнее за 429 рублей. Я взяла вот такое молочко, это Органи Роза, очень ее все любят, я взяла на подарок то, что классно выглядит. Вот, вроде как все, взяла этот коврик, чтобы фоном снимать, у меня, кстати, кто-то спрашивал, на самом деле я его взяла, чтобы фоном снимать, потом на нем Мурзи очень любил спать, в итоге он сейчас ему надоел, и я обратно использую его как фон. Вот, мы как-то распределились, брала я его, по-моему, в Мегастрое, но стоил он недешево, 2 с лишним, 2 800, что ли, или 2 500, в итоге мне его оплатил муж в качестве подарка, там, что-то на 14 февраля, что ли. Потому что, ну, меня как-то жаба душил, я ходила вокруг него, он, видимо, устал меня ждать и просто купил. Дальше. И вот странный мой заказик на 1078 рублей. Он, на самом деле, должен был быть на 1300 с чем-то. Но не оказалось геля для душа кокос. Они его просто убрали из заказа и присылали то, что было. Я заказ этот оформляла по телефону, звонила я по поводу того, что у меня было недовложение. Они не положили мне одно вот это молочко. Я такая думаю, дай-ка позвоню, заказать звонок же сейчас не проблема, свои денежки тратить не нужно на разговор. Они говорят, ладно, мы вам вложим, только сделайте заказ и перезвоните нам. Я говорю, а можно не перезванивать, давайте мы точно такой же заказ оформим, вы туда вложите то, что не доложили. Они такие, окей, давайте сделаем. И в итоге там было вот все это, вот, короче, такой заказик, помадка, два бальзама, должны были вот так вот доложить еще один лосьончик, здесь у меня идет фиолетовый эликсир, и здесь же должен был быть Evidence 100 мл, но у меня его уже забрали, он, в общем, не дожил, но в итоге что случилось, они мне вместо одной помады зачем-то положили три помады и вложили вот это молочко, при этом убрали гель кокос и без него отправили, я не знаю, как такое могло случиться, но, в общем, произошло, из-за того, что сейчас пересорт, слава богу, он хотя бы в мою сторону, а не то, что постоянное недовложение, мне уже приходили заказы, где вот это эликсир-водичка, который можно было взять подарок, до, вторым подарком до 3400, она все, вот вся приходилась покоцанной и так далее, я ее продавала на Авито просто за копейки, и из-за того, что слюду убрали, очень много повреждений у ароматов, я не знаю, зачем они эту слюду убрали, но не пожалели бы, сейчас им столько, мне кажется, прилетает претензий по телефону, не очень хороший ход, я считаю, ну, в общем, здесь у меня за 1078 пришла вот эта водичка, пришла вот такой же Evidence, как я уже ранее говорила. Я их две штуки заказывала. И бальзамы для объема хочу сама попробовать и своим подружкам на Новый год сделать подарочек. Шампуни у меня уже есть, я к ним только приобрела бальзамы. Бальзамы стоили 490 рублей, две штучки. Как я и говорила, вот эти подарки, потому что по спеццене я взяла помадку. И ну, вот это вот карите мне доложили, потому что было недовложение ранее, еще раз повторюсь. Помады, вот да, одну я заказала за 369, мне положили 3. Ну ладно, это в мою пользу, я, естественно, не ругаться ничего не буду. И я просто хотела позвонить по поводу ароматов, ну и черт с ним. Они мне вот это все отбили, потому что две такие помадки стоят 760 рублей, вот она первая строчка, мне кажется, просто кто собирал, они спутали, потому что внизу написано кондиционер объем, две штуки, и они, видимо, с помадой перепутали, но опять-таки три штуки положили, это, конечно, жесть. Помадки эти очень классные, это 02 оттенок розовое дерево, там еще есть первый оттенок, он такой коричневый, теплый, и я рада, что мне именно красивый оттенок положили, очень классный, я и свекрови, и маме отложила уже, у меня, в принципе, их много,
много, потому что они мне понравились, и за 369 рублей по спеццене их заказывать, плюс приходит подарок-сюрприз. А вот этот 9-й каталог, он какой-то святой, я не знаю, когда он там заканчивается, но я затарюсь по полной уже к этому моменту, потом просто ничего не буду покупать, потому что новые каталоги у Yves Rocher, они какие-то, ну, не такие выгодные, как этот, естественно, после этого уже, в принципе, не хочется ничего покупать. Вот такая гора косметики, потратила я... Раз, два, три счет фактуры. Где-то еще одна счет фактуры завалялась. И вот пятая, видимо, да? Я ему мешаю. Ну, в общем, здесь у меня 1400, можно сказать. Здесь 1100, 2500. И здесь тоже 2800. Ну, то есть получается где-то 5300 вот на это все. Лично для меня это весьма выгодно, хватит очень надолго, лишнее всегда можно выставить на Авито, это не проблема, потому что Yves Rocher сейчас стоит каких-то адских денег, и на сайте тоже невыгодно делать заказы, поэтому я считаю, что это очень-очень классные покупки были. Вот, все, у меня был перерыв между работой, я решила вам так отснять, штатив ничего не ставила, прошу прощения, я знаю, что вы беситесь, когда камера трясется, но если кому-то не нравится, надеюсь, они в начале видео просто ушли, они досмотрели до конца, домучились, и сейчас мне прилетит куча гневных комментариев. Просто я реально очень по всем соскучилась. Всех с наступающим Новым годом уже, потому что я поставила елку, у меня уже новогоднее настроение, ничего не знаю. Не хочу работать, хочу только кушать вкусняшки, смотреть фильмы под одеялкой и пить какао. Все, у меня прям такое настроение новогоднее. Вот, надеюсь, что следующий год у нас будет очень-очень хорошим, и ближе, наверное, к Новому году я еще постараюсь вам несколько видео отснять со всякими фаворитиками, пустышками и так далее. Все как обычно, все по плану, как было в предыдущие, наверное, 3-4 года у меня на канале, так и сейчас, надеюсь, я все-все-все вам отсниму. Вот, спасибо вам огромное за просмотр, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите, что вы заказываете, что покупаете, что будете дарить родным и близким, потому что сейчас это, наверное, такой насущный вопрос, очень многие не знают как минимум, что дарить мужчинам, вот это прям писец у меня, я всегда знаю, что девушкам можно подогнать, а вот мужчинам у меня вот пока здесь буквально вот эти два наборчика, двоим я хотя бы отмазалась, а дальше что делать, я прям понятия не имею. И, кстати, пока лежит у меня под боком, я вам покажу. На Озоне взяла вот такие штучки, ссылки оставлю. Это пакетики, очень крутые мужские пакетики. Они, конечно, маленькие, но за 328 рублей 100 штук. Они очень тоненькие, но вдруг кому надо. Если что, пишите, если я ссылку сама забуду оставить, то напишите, я вам дам. Потому что это прям крутая тема, и с подарками прям я уже, можно сказать, практически определилась. Вот, как-то так. Все, всем пока-пока.